Внутриквартальная территория на улице Титова возле спортшколы «Олимпик» превратилась в настоящее спортивное ядро микрорайона. На днях здесь открыли три новые площадки – для мини-футбола, баскетбола и для изучения правил дорожного движения. Проект реализован по инициативе жителей, которые хотели видеть территорию благоустроенной. Их идею поддержали. И бюджетные, и областные деньги, и деньги жителей. И, конечно, львиная доля – это деньги компании «ФосАгро», заинтересованность их в развитии спорта, мы все видим, это ответственный социальный бизнес, который в первую очередь, конечно, делает это для всех детей наших и для жителей города. Совместно с компанией мы делаем наш город лучше, потому что «ФосАгро» творит добро. И нас по праву называют «Балаково-спортивный», «Балаково-город добра». И действительно, на новых спортивных площадках многолюдно в любой день недели. Тренажерный зал под открытым небом заменяет спортсменам походы на тренировки в фитнес-центры. На площадках для футбола и баскетбола гоняют мяч любители игровых видов спорта. А ребята на самокатах и велосипедах никому не мешают. У них теперь есть своя территория. Они вот тут не будут, например, когда у них будет специальное, там правило все есть. Какие площадки нужны для детей, чтобы они изучали правила дорожного движения? Не слишком быстро ездить. И пропускать пешеходов. На дороге надо слазить, когда переходишь ее. Местные жители не перестают удивляться тому, как преображается микрорайон. Говорят, что эта территория всегда привлекала молодежь, но никогда не была такой комфортной. Я выросла здесь, на Титово, поэтому для меня вот этот район-то... Мы все время здесь, как говорится, кучковались, было все время. Но потом было очень грязно. Очень грязно, страшно было. А сейчас прям чудесно. Хорошо, приятно, можно так вот прийти, даже просто посидеть. С ребятишками погулять можно. Вообще, благодаря программе инициативного бюджетирования в Балакове реализовано уже несколько крупных проектов, которые решают проблемы внутриквартальных территорий. И во многих из них принимали участие химики. Начиная с 2020 года, наше предприятие очень активно стало поддерживать инициативные проекты. 2020-2021 год – это был сквер мечты, первый этап, второй этап. 2022 год – это была площадка «Фитнес-парк». В 2023 году территория от школы искусства до почты. Ну и в этом году мы видим это спортивные площадки. Компания «ФосАгро» поддерживает множество социальных проектов в регионах своего присутствия. И касаются они самых разных направлений. Это и медицина, это и спорт, это и школьное, дошкольное образование и много-много другого. Это делается для развития города Балакова, Балаковского района. А жители всегда подскажут, какие инициативные проекты можно еще реализовать. И такая совместная работа на благо города приносит хорошие результаты. Жители улицы Титова это подтверждают.